Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. Для таких личностей целью в жизни становится борьба за справедливость и благополучие. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Жадность – наиболее распространенный порог в этом имени. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «И» в этом имени провоцирует на импульсивные приступы страха за благополучие своего тела, боязнь остаться без денег или другие не столь важные для привычного мира моменты. Вне зависимости от профессии, умение чувствовать другого человека и правильно реагировать на его поведение является еще одним качеством, позволяющим людям добиться успеха в жизни. Буква «У» в этом имени отвечает за гуманизм, хорошо развитое воображение и острую интуицию. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Люди с буквы «Х» всегда стремятся добиться всего в жизни своими собственными силами. Значение буквы «М» в имени говорит о заботливости, готовности помочь, некоторой застенчивости и мягкости. У них внутренняя установка преуспеть в жизни собственными силами, завоевать авторитет, независимую позицию в жизни. Люди, управляемые числом 7 в нумерологии, обычно не ставят стяжательство и богатство целью своей жизни. Их вообще не очень волнует материальное благосостояние. Люди с буквой «И» часто не умеют контактировать с людьми, но это не мешает окружать себя преданными товарищами. Буква «У» говорит человеку, что не все стоит делать так, с состоянием общественности. Буква «И» в имени говорит о неполноте и чуждости. Этим людям следует избегать мрачных, темных оттенков. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Упрямство и завышенная самооценка мешают обладателю буквы «Х» в имени правильно оценивать свои взаимоотношения с окружающими, а предрасположенность к депрессиям приводит к нервным срывам. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.